Переходим к награждению соло категории. Пятое место в этом финале занимает участница под номером 133 Алина Гандецкая. Четвертое место. Номер 124. Вера Гайдамак. Витебская «Элита». Тренер Екатерина Бурдинская. Бронзовая медаль достается Елизавете Федорович под номером 130. Минское областное общественное объединение спортивного танца. Тренеры Валентина Грабицкая и Оксана Кириева. На втором месте участник под номером 135 Альгер Шанин, Минск Аурум, тренеры Александр и Елена Леонтьевы. И победу в этом финале одержала Ульяна Бортник, Минск БФТ, тренеры Елена Карпенко и Дарья Зубова. Самое время для того, чтобы запечатлеть этот торжественный момент.